Привет всем друзьям! Сегодня хочу рассказать вам про вот такой вот пленочный кинопроектор Привоз. Это у нас, по-моему, итальянское производство было. Давайте посмотрим, что у нас за проектор. Вот его общий вид. Общая составляющая, самая главная и основная часть, это фонарь, станина, лентопротяжный трап. Давайте посмотрим ближе, что у нас здесь есть. Смотрим первое. Это у нас включение кинопроектора, точнее включение вытяжки. Вот, кинопроектор оснащен вот такой вот приточной вентиляцией. Без нее лампа не зажгется. Также у нас установлен счетчик часов, отражает наработку ксеноновой лампы, и амперметр, который показывает силу тока, которая в данный момент на лампе. Дальше у нас есть еще вот такое вот, типа как небольшой пульт управления. С него осуществляется запуск кинопроектора при нажатии кнопки старт. Вот, включается лампа. И, ну, так как пленки нет, он показал ошибку. Далее, ну, сам фонарь. Да, кстати, этот кинопроектор один из самых мощных на то время, когда работали пленкой. Используется 7-киловаттная ксеноновая лампа сверхвысокого давления. Также используются, по-моему, 5-километровые бобины. Фильм клеится сразу целиком вот на вот такую вот большую бобину. Так, выключу вентилятор, чтобы он не шумел, не мешал. Фильм клеился сразу целиком на всю бобину. Вот, заряжался по обводным роликам. И приходила пленка сюда, на фильмопротяжный трак. Давайте включим подсветку, я установлю камеру. Итак, продолжим. Сейчас у нас установлен объектив на широкий экран. Это у нас крепление для объективов. Оно исполнено таким образом, то что можно с легкостью заменить формат. Либо широкий экран, либо кашетированный. Давайте отодвинем и посмотрим. При нажатии на зажим можно с легкостью передвигать объективы вот, и устанавливать в разные форматы. Здесь у нас прямолинейный фильмовой канал. Здесь получается, вот он открывается. И здесь мы видим кадровое окно. И можно менять рамочку на широкий или кашетированный экран. Вот с помощью этой ручки мы выравниваем кадры, если вдруг заряжено не в рамку. Также здесь у нас установлена ручная заслонка. То есть при открытии мы пускаем световой поток от лампы, при закрытии, ну, картинки не будет. И здесь вот у нас установлено, сейчас, наверное, да, из-за объектива, из-за широкого не видно. Там, в принципе, и так не видно. Вот здесь вот находится ручка, которая позволяет вручную прокручивать барабаны, ну и всю фильмопротяжную систему. Так, давайте посмотрим, из чего же она состояла, фильмопротяжка. Здесь у нас, получается, шли направляющие ролики, по которым шла пленка. Это первый тянущий барабан. После него пленка попадала в фильмовой канал. Дальше шел скачковой барабан. Вот, со скачкового барабана все это шло тоже по направляющим роликам. И приходило на звуковую считывающую часть. Сделаю поближе, чтобы вам было видно. Вот у нас получается считывающая часть фонограммы. Это получается цифровой ридер, который считывал цифровую фонограмму. И аналоговый ридер, который также считывал аналог. Здесь у нас горят сейчас лазеры. И они, получается, считывали звуковую дорожку. Далее вот это вот успокаивающий барабан, по которому шла пленка для
того, чтобы тут считывалась звуковая часть. И в дальнейшем оно уходило на также большой вот этот вот гладкий барабан. И уже непосредственно уходило на бобину для смотки пленки. Ну, на бобину. Да, кстати, данный проектор, в данном проекторе есть функция перемотки. Можно мотать пленку прямо на нем. Да, еще что хотел сказать. Данный кинопроектор, как сказать, очень мощный, да, и при длительной эксплуатации, ну, там даже не длительная, в течение фильма, фильмовой вот этот вот канал очень сильно разогревался, вплоть до того, что даже портил пленку, вот, и поэтому использовалось водяное охлаждение, сейчас покажу. Вот получается задняя часть кинопроектора, вот две трубки, по которым поступала вода в фильмовой канал. Здесь у нас установлен бак с радиатора внутри. Помимо того, что в самом баке вода, еще и централизованная система, вот тоже поступала вода, и которая охлаждала радиатор, и радиатор, который охлаждал уже непосредственно воду, которая находилась в этом баке. Вода в этом баке дистиллированная, и там на дне мы специально покидали серебряные контакты, чтобы вода не цвела. С задней стороны проектор выглядит вот так вот. Здесь у нас установлен двигатель. Вот, ну, в принципе, с задней стороны так больше ничего интересного. Так, ну, основную информацию я вам рассказал и показал. Давайте, наверное, откроем фонарь, посмотрим, что внутри. Итак, я отключил проектор. Вот, и теперь давайте откроем крышку и посмотрим, что же у нас внутри. Так, здесь мы видим отражатель и вот такая вот ксеноновая большая 7-киловаттная лампа. Получается, она у нас закреплена горизонтально. Вот с этой стороны мы видим заслонку, вот, закрыто, открыто, вот, я рукой открываю, закрываю. Вот такая вот лампа на вот таком вот жестком, точнее не жестком, а гибком электроде. Здесь у нас тоже она крепится, вот, ну а там в глубине у нас система розжига ксеноновой лампы. Ну это технические нюансы, я не буду рассказывать. Наверное, на этом все. Вроде бы все рассказал, про лампу рассказал. Да, лампы вот эти взрывоопасные, у них там большое давление. Вот в холодном состоянии где-то около 5 атмосфер, в горячем около 30. Вот. Ну, кому было интересно, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, вот как-то так. Ну, буду еще снимать про пленку, про вот такое вот бесперемоточное устройство расскажу, как оно работало. Вот, наверное, покажу, как заряжается фильмовой канал, расскажу про пленку, кому интересно. Вот перемоточный стол, как монтировался фильм, поясню. Вот, ну, наверное, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.